Всем здравствуйте! Хочу сегодня показать вам один пирог. Эта идея не моя. Я повторяю еще раз, идея не моя. Она очень популярна в Одноклассниках и очень легкая. Там начинка фарш и сыр. Я же решила начинку изменить. Я положила лакс, это вот такая копченая рыба, и сыр, вот такой сыр. Я нарезала кусочками и покажу, как он делается. Вот я уже выложила в середину 5 штук. Складываете, раскатываете лепешки, выкладываете лакс и кусочки, или притрусите, если у вас есть тертый сыр. Складываете наполовину и зажимаете. И кладете. Вот я в середину 5 штук выложила, теперь я между буду класть. Вот так вот по кругу, чтобы у нас получился пирог. Его, может быть, и удобнее будет с краю начинать, но я не знаю, насколько у меня их хватит. Может, на всю форму и не хватить, может, хватит. Поэтому я начала с середины класть. Пирог называется хризантема. И так далее, пока они у вас все не закончатся. Вот такая у меня получилась хризантема. Мне чуть-чуть не хватило теста. Тут можно было еще немножко добавить. Поставлю на расстойку и буду печь. Вот такой вот пирог у нас получился. Если вам понравилось, пеките на здоровье. Если хотите видеть продолжение моих идей, не только моих, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!